Дженсен Эклс – американский актер, режиссер, певец. Родился 1 марта 1978 года в городе Даллас, штат Техас. Огромную популярность актеру принесла роль в телесериале «Сверхъестественное». Также снимался в таких телесериалах, как «Дни нашей жизни», «Темный ангел» и «Тайны Смолвиля». В 2010 году состоялся режиссерский дебют Дженсена. Он снял 4-й эпизод 6-го сезона сериала «Сверхъестественное». Является обладателем множества наград и номинаций. В настоящее время Дженсен Эклс продолжает свою актерскую карьеру.